Новый президент Национального банка Молдовы, экс-министр финансов Октавиан Армашу, был представлен коллективу. На мероприятии присутствовал теперь уже экс-глава НБМ Сергей Чокля и спикер парламента Адриан Канду, который попросил сотрудников финансового регулятора оказывать всестороннюю поддержку новому руководителю на первых порах. До вчерашнего министр финансов, а сегодня официально президент НБМ, четвертый президент Нацбанка Молдовы. Уверен, что это правильное решение. Очень надеюсь, что все то, что уже было сделано и чего добился господин Чокля, продолжится, чтобы эстафетная палочка перешла с честью и достоинством, чтобы коллектив был поддержкой новому президенту, однако и президент, чтобы легко вписался в этот замечательный коллектив. Надеюсь, что мы скоро станем истинными коллегами, установим те рабочие отношения, которые в конечном итоге приведут к хорошим результатам, достижениям для НБМ. Слова благодарности за проделанную работу Адриан Канду посвятил и экс-президенту Нацбанка Серджио Чокля. Хотелось бы поблагодарить господина Чокля за все то, что он сделал. С уверенностью отмечу, что сам он, конечно, не справился бы без помощи и поддержки команды Национального банка Молдовы. Знайте, что вы вписали важную страницу в историю Республики Молдова, в историю НБМ и в целом в экономику страны с точки зрения экономической безопасности. Отметим, Октавиан Армашу назначен на пост президента Национального банка Молдовы по представлению спикера парламента Адриана Канду. Мандат главы Нацбанка – 7 лет. Премьер-министр Павел Филипп отправил в отставку двух своих советников, передает информагентство «Спутник МД». Как отмечается в публикации, своих постов лишились главный государственный советник премьера по экономике Октавиан Калмык и главный государственный советник по вопросам интеграции Георгий Белан. Оба чиновника отправлены в отставку с 30 ноября.